Аня занимается боксом всего 4 месяца. Но спортивные навыки уже на высоте. Пришла на ежегодный боксерский турнир в Ликинской школе. Тут ее силы оценит профессиональное жюри. Победу не отдала сопернице. Говорит, залог успеха – усиленные тренировки и друзья. Они во всем помогали, они подбадривали. Еще и физически. Вот. Еще, ну, типа, успокаивали. Боксерский турнир приурочен к 5-й годовщине спортивного клуба «Доступный спорт». Ежегодно соревнования собирают немало участников разных возрастов. В этот раз ограничились 22 боксерами. Главная цель – это популяризация спорта, развитие в нашем поселении. Как бы хотелось бы, чтобы больше людей занималось спортом. Для детей это вообще полезно. Сейчас в мир, когда все в гаджетах сидят, в интернете, хотелось бы, чтобы дети укрепчались, здоровье у них было получше. Депутат Совета депутатов Вячеслав Киреев поздравил сразу с двумя праздниками. С Днем защитника Отечества и с юбилеем клуба «Доступный спорт». Вручил тренерам-мужчинам памятные подарки в преддверии праздника. Парламентарий подчеркнул большое значение спортивного клуба для Одинцовского округа. Не раз в год бывает. Да, туда спускаюсь, вижу, как занимаются. Они расширяют площади, там, значит, приводят порядок, закупают новое оборудование. И ребят все больше. И, честно, душа радуется. Развивать молодежный спорт, пропагандировать здоровый образ жизни, показывать наглядно, насколько увлекательными могут быть тренировки и желанными победы – главные цели организаторов турнира. Они уверены, новое поколение предпочтет спорт лени и вредным привычкам. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».